На телевидении Турции совсем недавно вышли в эфир множество сериалов, но самые ожидаемые еще впереди. Турецкие продюсерские компании продолжают подготовку к новому телевизионному сезону 2023 и 2024 годов. Какие же сериалы войдут в топы рейтингов и сердца зрителей, увидим в этом видео. Первый сериал, которому пророчат высокие рейтинги, называется «Увей Хаят. Вторая жизнь». Сериал расскажет историю двух сильных женщин. Роль Фидан сыграет Деврим Оскан, которая полюбилась зрителям по роли в сериале «Жизнь, как она есть». Кто сыграет вторую главную роль в проекте по сценарию Бану Кирмечи Бозкурт, пока неизвестно. После успеха сериала «Внутри», «Чукур» и «Три копейки» продюсеры крупнейшей кинокомпании «Айяпум» привлекают того же режиссера Синана Остюрка и начинают готовиться к проекту под названием «Беспощадный». В сериале будет все как в лучших традициях Чукура – мафия, много экшена и любовные отношения. Главную роль будет играть Арас, Булут и Немли. Премьера сериала планируется на январь 2024 года. Следующий сериал «Черная лебедь» интригует своим сюжетом. В главной роли снимется Айбюке Пусат, известный по ролям в сериалах «Повсюду ты» и «Соколиный холм». Сюжет покажет драматичную историю Айбюке, которой приходится выйти замуж за отца близкого друга. Пока никаких других данных по этому сериалу нет. Сериал «Камень желаний» является одним из амбициозных проектов канала «Д». В главных ролях Салих Бадемджи, Хазал Субаши и Озан Долунай. Сериал начинается со сцены возле Камня Желания в мечети Айя София и отправляет нас в 80-е годы. Арас и Рючхан Рона – известная и состоятельная семья, проживающая в 1980 году в Стамбуле. В их доме трудятся супруги Фиген и Мустафа Кутлу, у которых есть маленькая дочь Джемре. Из-за ужасного стечения обстоятельств отца девочки приговаривают к смертной казни, а ее мать не может забрать малышку себе под опеку. В результате именно Арас вынужден взять Джемре на воспитание в свою семью. Но его добрый поступок повлечет за собой такие события, предугадать которых не мог никто. Новый сериал «Красные бутоны» производства компании «Голдфильм», главные роли в котором сыграют Özgün Amal и Özcan Deniz, с большим нетерпением ожидается турецкими зрителями как один из самых значимых проектов нового сезона. А все потому, что Özgün Amal возвращается на экраны спустя 9 лет. Последний раз она снималась в легендарном проекте «Долина волков», затем решила посвятить свою жизнь семье. Но из-за кончины мужа снова вернулась к работе. За одну серию Özgün Amal будет получать 700 тысяч турецких лир. По сообщению Берсен Алтунташ, права на трансляцию сериала получил телеканал Fox TV. Снова отмечу сериал «Два незнакомца» с харизматичным Бураком Дениз и очаровательной Ханде Эрчель. Ханде сыграет прокурора Лейлу, приехавшую из Муша в Стамбул. Она должна разобраться в обстоятельствах убийства известного бизнесмена. По ходу дела девушка знакомится с журналистом Кенаном, который страдает биполярным расстройством личности. Ханде и Бурак уже были партнерами в сериале «Любовь не понимает слов» 7 лет назад. Премьера сериала ожидается во второй или третьей неделе сентября 2023 года. Сериалу уже пророчат первые места в рейтингах. Еще один сериал, которому уже вышел эпизод «Душа не слышит». По эпизоду уже понятно, что сериал яркий, живой и увлекающий. В главных ролях обворожительная Бурджу Озберг и харизматичный Шукруй Озилдес. Шукру сыграет Онура, который выполняет различные задания, связанные с внедрением в преступные сообщества и сбором компромата на их главарей. Получив очередной подобный квест от своего руководства, Онур неожиданно влюбляется в девушку, которая выступает одной из целей его разработки. Ему предстоит сделать нелегкий выбор между чувствами и профессиональным долгом. Если вам понравился наш рейтинг самых ожидаемых сериалов Турции 2023 и 2024 года, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, какой сериал вы больше всего ждете и будете точно смотреть.